2 апреля 2005 года в Устере, штат Массачусетс, США, американский чемпион мира в полусреднем весе по версии WBA Хосе Антонио Ривера провел первую защиту принадлежавшего ему титула. Его соперником стал также американец Луис Калаццо. Стоит отметить, что Ривера готовился к другому сопернику, но тот поединок сорвался, и за 2 недели до боя на замену был найден Луис Калаццо. Ривера рассчитывал на быстрый нокаут, но Луис успешно контратаковал и уходил от атак соперника. После 6-го раунда преимущество окончательно перешло к претенденту. Ривера работал первым номером, но был неточен. В итоге Луис Калаццо выиграл раздельным решением судей и стал новым чемпионом мира. 2 апреля 2011 года в Мехикали, Мексика, чемпион мира в первом наилегчайшем весе по версии WBO, мексиканец Джованни Сегура, провел первую защиту принадлежавшего ему титула. Его соперником стал бывший чемпион мира в 2 весовых категориях пуэрториканец Иван Кальдерон. Стоит отметить, что это была их 2-я встреча. В первом бою Сегура выиграл нокаутом в 8-м раунде. Реванш прошел с явным преимуществом более габаритного мексиканца. Уже в 3-м раунде, после удара по корпусу, Кальдерон оказался на канвасе и не поднялся до завершения отсчета рефери. Судья в ринге зафиксировал досрочную победу Джованни Сегуры. 2 апреля 1983 года в Копейске, Россия, родился чемпион мира в полутяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Сергей Ковалев. В возрасте 11 лет Сергей начал заниматься боксом. В 2009 году Ковалев перешел в профессионалы. Проведя серию из 22 беспроигрышных поединков, Сергей в августе 2013 года завоевал титул чемпиона мира по версии WBO, победив нокаутом в 4-м раунде валийца Натана Клеверли. Еще через год Ковалев в объединительном поединке встретился с чемпионом мира по версиям WBA и IBF американцем Бернардом Хопкинсом и победил его единогласным решением судей. 30 января 2016 года Сергей в очередной раз защитил принадлежавшие ему титулы, победив нокаутом в 7-м раунде канадца гаитянского происхождения Жана Паскаля. 2 апреля 2005 года в Устере, штат Массачусетс, США, в объединительном поединке в первом тяжелом весе встретились чемпион мира по версии WBA француз Жан-Марк Мармек и чемпион мира по версии WBC гаянец Уэйн Брейтвейт. Уэйн начал поединок активно, тесня соперника канатом, на что Жан-Марк отвечал хорошими контратаками. К середине боя преимущество перешло к Мармеку, но 6-й раунд за счет точных тяжелых ударов снова взял Брейтвейт. В 7-й трехминутке после пропущенного правого удара Уэйн оказался в нокдауне, но поднялся и продолжил поединок. Остальные раунды прошли с преимуществом француза, который не форсировал события сам и не давал сопернику провести точную атаку. В итоге противостояние завершилось победой Жана Марка единогласным решением судей.